Разогрели посетителей ведущие шоу в ночном клубе Воронеже. И самые жаркие моменты скандального представления уже на следующий день появились в интернете. В этом ролике организаторы праздника предлагают посетителям за 500 рублей зажечь зал. На сцену поднимается девушка в красном платье, ей обливают голову керосином и подносят зажигалку. К счастью, девушка не получила серьезных ожогов. Сейчас эту запись изучают полицейские и сотрудники прокуратуры. Ответить на их вопросы придется как ведущему, так и владельцу ночного клуба.